Так, друзья, меня зовут Евгений Байдиков, я менеджер компании Messe Group, которая является официальным дистрибьютором компании Seminis в Украине. И сегодня я хотел бы познакомить вас с линейкой среднепоздних капуст от компании Seminis, и нам есть чем вас удивить. Относительно новый гибрид в линейке компании Seminis – это гибрид Larsia. Larsia – это среднепоздний гибрид со сроками созревания 115-120 дней после высадки рассады. Формирует мощное растение с хорошей силой роста. Кочаны от плоского до плоско-округлой формы, массой от 4 до 8 кг, с длинными, плотно прилегающими друг к другу листочками. Благодаря очень сильному восковому налету капуста Larsia не подвержена сильному поражению трипсом. Также благодаря своей великолепной плотности гибрид Larsia устойчив к растрескиванию и имеет возможность какое-то время храниться в поле. Гибрид Larsia имеет довольно плотную структуру с хорошо прилегающими друг к другу тоненькими листочками. Если мы сделаем вот такой вот надрез, можно видеть, насколько много здесь листочков. И, конечно же, небольшая кочерыга. И если вам нужна капуста для квашения, непродолжительного хранения, устойчивая к трипсу, обратите ваше внимание на гибрид Larsia.